откуда, откуда ты еще что-то продевать? А по всякому. Не надо. Посмотри, сколько. Ну это такие бывают. Какая у Чаплина бородёвка? Ну, у Чаплина. У Чаплина же... вот какая? Малюсенькая там такая. У китайцев. У нас такая. Да, такая есть. Густые. Китайцы. Ну, китайцы возьми. А Макаров маленький. Этот, адмирал, у него вот такая вот, да, вот такая вот. Да. О, Достоевская какая, у Льва Толстого. У Менделеева. Менделеева другие. А бывает такой машинин, там у него три волосинки, он их не трогает. Нет, да, она не растет. А это триц. Но все равно есть. А не так, что есть. А этот откуда мальчик-то с безбородой, откуда он? Да все здесь не знает. А, тоже. Нет, ну хорошо читает. Читает хорошо. Морозы. Зачем отвечать? Никита едва только Господь говорит, да, еще. Тот схватит. Зачем это? Да. Ну что делать? Ой, премудрый житейский. Все, я сегодня Андрюша вот этот повозил по всем прудам. Я тебя знаю, что дальше. Да. Ушла вода там, ушла. И водяной мостик-то, ушла вода. На втором мостике? Ну вот крайний здесь, где водяной-то вот этот мостик. Ну, да, тут по воде. Столько, тут ничего и нет, ушла. Мало там воды. Так там нам надо еще меньше камней наложить. Где вы пузом-то заехали? Да. Да это не пруд, это переезд первого мостика. А который там, ехали, смотрите, какой пруд там. Да, был. Хороший. Так это мы его подняли. Хороший стал, а да, теперь, конечно. Оттуда, чтобы вода сейчас не пошла через пруд, там канал соединять через. И они у меня его разобрали, потеряю все это. И углубили еще не на 1.5 метра. Теперь пойдем и снова поднимать. Вредите? Понятно. Ой, сколько у вас работы, как же вы трудитесь-то. Да. Я за 2 года с лишним больше миллиона закопал здесь землю. Ну а Рыжковский как? Как бы не Володя, там ничего не было. Закрыл он там. Закрыл дырочку. Так возьми себе его. Будем. Ну хорошо. Там много надо разбирать. И возьми мы себе. Сегодня посчитали, где-то примерно 17,5 кубометров земли надо. А я тебе померим. Вот так мы сделаем. Едет, получается, она говорит, я могу работать как мужик. Вот эту надо растрясти, маленько. Сахар. Ой, больной человек. Так, что на мою толщину взять? Я не могла сережки снять, это пришла руки до сих пор. Ну простите. Никакие. Что теперь делать? Жарко, я знаю, что по вашим традициям, по традициям старобрядцев, надо ходить с таким рукавом. Но я их подогнула маленько, когда я увидела ваш взгляд такой. Это не традиция. Это не традиция. Это целомудрие называется. Ну, целомудрие. Это в храме мы все должны посмотреть на изображение, да икон. Нигде это, нету, чтобы стояла Божья Матерь, рука вот такими загнутая. Или вот с такими, как мы, да, в храм никак ходим. Да, я знаю. Вот, видишь как? Теперь не будешь ходить в храм. Воротник должен вот так, а то сюда совсем. Да, да. Самое ценное на показ, это никогда не показ. Вы ни одной мусульманки не найдете, чтобы она так. Нет, у нас в городе вот они ходят, они все штанишки. Я в Болгарии был, она едет. Вот так вот у нее, а сама такой приятный вид, высокого роста, за машиной за рулем. А я увидел ее и показал, брат, вот и поклонился, она заулыбалась. Андрей, на веранду занеси, пожалуйста, я а то их сдует. Спаси Христос. Так, нет, все, я пошел. Исправится. Интернет у меня заработал. Простите нас, простите меня. А я ничего не имею. Какой вкусный суп с крапивой. Еще слушай внимательно, это не крапивка. А завтрак 8. Если это богослужение, завтра у батюшки обедаем. А обед в 2? Нет, 8 служба. Завтра-то, ну ясно, что воскресенье-то. Вы сказали завтрак. Завтра, я говорю, у батюшки обедаем. А, да. У него там обед. Ну, у вас здесь останется. У вас останется суп с крапивой и останется грязь. Если я пришел и ничего на столе нет, я решил взять. Я же за ним буду. У меня времени абсолютно нет. 2 раза ходить обедать. У меня там березовый сок, парки мед, я поел, ничего не буду. 2 раза я не буду ходить. Вы на столе для меня оставляете, чтобы была ложка, чашка, хлеб. Я пришел, 2 поел и на работу. Ну, братик, я 2-й раз просила старать. Вот слышала? Да. Все. Есть. Вот не замужняя женщина. Мать, Женя. Вдовы. Вдовы.
вон дальше встает, сюда, поперла, голову задрала, куда тебя понесло? Так маршрут куда? Туда. Куда туда? Да, все, до свидания. Спасибо, Господи. Спасибо, Христу, благословите на ночь. Вечерние посиделки. Так и много денег. Да, слушай, ты на дороге убери машину, вот туда, поставь ее подальше, чтобы там не видно было. Даша, машину свою подальше поставь, чтобы от него не видно было, а он за тобой. А ты утром снимешь, когда они приедут? В 2 часа, это, в 6? Где-то минут 40, может, или сколько там. Ладно. Чего, пойдет?